Пожалуй, самым распространенным признаком старения являются морщины. Различать среди них глубокие, поверхностные, мимические и все прочие в наше время может не только профессиональный косметолог, но и любой обыватель. Способов коррекции этих возрастных изменений существует достаточно. Сегодня мы говорим о заполнении заломов с помощью гиалуроновой кислоты. В данном случае используется плотная гиалуроновая кислота. Она называется, является стабилизированной гиалуроновой кислотой, которая не рассасывается быстро, которая полностью выводится организмом, разрушается под действием наших же ферментов на воду и на углекислый газ, не оставляя никаких побочных компонентов. Процедура заполнения морщин гиалуроновой кислотой занимает не больше часа. Для снижения болезненных ощущений используется крем-анестетик. Главное правильно выдержать время анестезии, тогда будет все максимально комфортно. Анестезию мы накладываем минут на 30-40, а время проведения самой процедуры занимает максимум минут 10. То есть препарат я выкладываю вдоль складки, делаю ребра жесткости, все очень безопасно. То есть мы не задеваем никакие анатомически важные структуры, мы обходим все опасные зоны. То есть мы знаем эти опасные зоны, куда ни в коем случае нельзя вносить препарат. И минуя их, успешно вводим и корректируем. То есть происходит прям выталкивание. Происходит выталкивание морщинки, происходит выталкивание складочки. Обычно действие введенного препарата сохраняется в среднем в течение года. Но даже при полном его рассасывании кожные складки остаются менее глубокими, чем до проведения процедуры. То, что она стоит один год, считается ее преимуществом на данный момент. Потому что раньше использовались синтетические материалы, которые ставили раз и надолго. То есть они стояли и по 5 лет, и вообще не рассасывались. Но это является бомбой замедленного действия. То есть у нас препарат стоит и может в какой-то момент начать конфликтовать с организмом. То есть то, что она максимально к нам подходит, то, что она максимально натуральная, является ее преимуществом. Введение гиалуроновой кислоты запускает механизмы собственной выработки этого уникального вещества, обеспечивая тем самым длительный эффект омоложения. Когда мы восполняем объем, когда мы заполняем данную складку, наоборот, затормаживаем процесс, мы наоборот откладываем процесс возрастных изменений, оттягиваем его. Поэтому после процедуры, через год, состояние либо такое же, как было до, либо еще лучше. Что касается возраста, с которого показана данная методика, это вопрос индивидуальный. У некоторых людей заломы могут появиться и в 19, а кто-то и до 50 с лишним живет без ярко выраженной носогубки. Теперь о противопоказаниях. Что касается абсолютных противопоказаний, беременность, возраст до 18 лет, беременность, лактация, онкология, воспалительные высыпания в области проведения манипуляции, хронические заболевания в стадии обострения. А среди часто встречаемых осложнений и побочных эффектов, даже можно сказать, встречается легкая припухлость, легкая отечность в месте введения, краснота, могут быть единичные синяки, которые проходят в течение 2 недель. То есть все эти побочные явления быстро проходят. Перед началом процедуры пациент обязательно подписывает протокол согласия, в котором указывается название препарата и его дозировка. Важно сохранять все эти документы, чтобы впоследствии грамотно организовать антивозрастную терапию. Еще больше сюжетов о косметологии, пластической хирургии и других методиках омоложения на нашем YouTube-канале Beauty Time.